Вас приветствует Алена Ариес. Ну и как всегда в начале, секретная карта. Загадывайте желание или задавайте свой вопрос. Секретную карту я открою в конце. А сейчас узнаете, что же принесет вам среда. Ой, девочки, среда принесет вам успех в работе, карьере и бизнесе. То есть тут у вас прям все будет идеально, то есть будет желание, энергия, будете, вот прям работа будет, знаете, кипеть просто. Если, к примеру, вы не работаете, бизнеса у вас нет, значит, какие-то бытовые вопросы вы будете решать, и все у вас будет действительно получаться. Кроме того, еще в среду ждет вас инициатива со стороны мужчины. Какой-то мужчина будет проявлять к вам инициативу. Деньги крупные ждут вас в среду. Деньги могут быть любые, заработанные. Также могут быть деньги от продажи недвижимости. Вот. А также у кого-то из вас, возможно, даже получение наследства или каких-то других крупных денег, какие-то выплаты могут быть. Получение наследства, здесь я имею в виду не сообщение о наследстве, а именно уже получение. То есть это уже другой немножко момент. Бывший как-то проявится, вот мужчина, с которым были длительные отношения, или брак проявится в среду. А также, смотрите, очень важно, благодаря мужчине решится в среду какой-то вопрос, связанный с крупными финансами. Так, ну, волнения где-то после обеда, ближе к вечеру будут какие-то волнения. Но волнения небольшие, больше, знаете, такая... Я бы сказала, даже не волнение, а скорее, а усталость, потому что очень активный будет день и в смысле работы, и в смысле вообще любых дел. А вот ближе к вечеру, скорее всего, какая-то любовная встреча. Может быть, с бывшим, может быть, с кем-то еще. Но встреча, скорее всего, именно любовного характера. Может быть, у вас какой-то праздник или какое-то торжество намечается в среду. И там я вижу именно... любовную встречу, у кого-то может даже знакомство произойти, но не могу сказать, что встреча очень приятная. Скорее всего, с кем-то из бывших, наверное, может быть даже неожиданная встреча. Вот, но в общем, в любом случае, после встречи, даже несмотря на то, что она будет любовной, может произойти любовное знакомство или встреча с бывшим, или встреча с существующим мужчиной, с которым вы, к примеру, в паре, да. А вот. Но именно поздним вечером я вижу, что вы, скорее всего, будете в гордом одиночестве, как я это называю. А вот. Но при в гордом одиночестве, в раздумьях, то есть я хочу сказать, что эта встреча как-то вам будет, несмотря на то, что тут и удовольствий много будет, но и переволнения какие-то будут. Вот, может быть, сыграет роль усталость, да, потому что, да, я вижу раздумья, но такое ощущение, знаете, что вы хотите реально поздним вечером остаться в этом самом гордом одиночестве. Почему оно гордым и называется, да, потому что это ваше желание. А вот, ну и вот таким будет, в общем-то, среда, вот такой, вот таким будет день или вот такой будет среда. А теперь открываю секретную карту, вспоминайте свой вопрос или желание, больше уверенности в себе и все получится, желание исполнится, вопрос, который вы задавали, решится наилучшим образом. Если вы будете испытывать больше уверенности, поэтому будьте уверены, все идет так, как надо. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. И присоединяйтесь к моей группе в Telegram-канале, Telegram-мессенджере. Ссылочка на Telegram-канал есть внизу в описании под этим видео. Там я провожу прямые трансляции. А с вами была Алена Ариес. До новых встреч, новых видео. Пока-пока!